Он 10 лет кропотливо работал в зале, чтобы достичь заветной цели – золотой медали чемпионата мира по грэпплингу. А все началось с малого. Спортивная карьера Мурата Каготова рождалась на местных республиканских первенствах. Одолевая одного противника за другим, он дошел до вершины, а по пути к пьедесталу встретился с опытными грэпплерами из Казахстана, Алжира и Индии. Победу на чемпионате мира наш земляк посвятил главному болельщику в своей жизни – отцу. Человек потеет, устает, выигрывает, переживаем и оправдывает, молодец. Если честно говоря, чем себя, я за его переживаю. За себя не очень-то, а вот за его переживаю. Любовь к спорту у Мурата возникла благодаря папе. Хаджи Мустафа Кагота всегда был рядом с сыном. Присутствовал на каждых соревнованиях, болел за него всем сердцем. И даже сейчас, несмотря на возраст, не пропускает ни одной трансляции схваток, поддерживая Мурата на расстоянии. Словами не могу передать, потому что когда я вижу радость отца, на самом деле это 100 раз мне радостнее, чем выиграть чемпионат мира. Когда я вижу, что отец радуется и он доволен, я не раз говорил, мне 1000 таких медалей выиграть легко. Пока будет возможность выступать, я буду выступать и дальше радовать. Это отец, это самое главное, опора в жизни. Он у меня сейчас один, как мама не стала 3 года назад. Все внимание, всю любовь вот, уделяем ему. На чемпионате мира Каготов завершил все схватки досрочно. Не обошлось и без коронного приема – ахиллового ущемления. Этот борцовский элемент Мурат вместе с тренером Азаматом Кубановым отрабатывал годами, чтобы довести его до совершенства. Мурат показал максимальный результат, к которому каждый спортсмен стремится в своей жизни. То есть это запредельная рамка, к которой мы все идем. Это чемпионат мира. Вот в нашем виде спорта нету Олимпиады, Олимпийских, мы в Олимпиаду еще не попали, но не за горами тот день, когда спортивная борьба, именно дисциплины и грэпплинга, и панкратиона попадут в Олимпийские игры. Вот, как тренер я очень рад, потому что испытать именно это удовольствие, именно всемирного признания, стать чемпионом мира, это самое дорогое. Также я хочу поблагодарить своего первого тренера Пшмахова Юба Ибрагимовича, который это все годами вкладывал в нас. Мы 20 лет почти с ним прошли этот путь, который сборы, тренировки. Теперь в планах у Мурата закрепиться в топе мирового рейтинга и пойти уже за новым золотом чемпионата планеты в рамках других международных ассоциаций грэпплинга. Альбина Шаова, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24.